Всем привет! Пока смотришь видео, не забудь поставить лайк и подписаться на автора. Спасибо. Все, кто гнали, там 130 км в час, все, кто ехал 90 км в час, все сейчас находятся здесь, вот в этой пробке. Мы останавливались в кафе «Помпончик» и покупали очень вкусный кофе. Рядом есть скамейки с лавочками и даже мусорные баги. Ну что, Юша, будем пить кофе? Вот пришли заказать капучино по 177 рублей за стаканчик. Приехали мы в Тульской области на заправку. И вот здесь вот целая куча машин. Мы сейчас едем на станцию метро Сокольники. Сегодня понедельник, и людей здесь мало. А, нет, подожди, красный больше туда здесь показано. Туда прямо. Пошлите прямо. Нет, туда. Не пошлите, искать. А вон. Вот там, как, вон там Красная площадь. Ну вот мы добрались до Москвы, до Красной площади. Ну, здесь все по-прежнему, ничего не поменялось. Здесь вот что-то интересное происходит. Конечно, один раз был, да. Ну так же приехал, такой сфоткался и обратно приехал. Вы что, хотите кушать? А что вы кушаете? Что кушаете? Покажите. О, просрочка. Веселый вечер у вас будет. Чем просрочка там? Сегодня первое. 31-е. Baby, you and me are like the stars in the sky. Sometimes.
произошло что-то очень интересное. Очень много машин. Скорая стоит. Полиция. Мы находимся на Арбате. Мы тоже. Я тоже. В ресторан пойдем? Нет. Хинкальная легенда. Будешь помнить долго. Я сейчас съел еще гамбургер. Я думаю, наверное, тоже его вспомню. О, Калифорнии. Если вы не можете поехать в Калифорнию, то Калифорния может приехать к вам. Да. Это музей детства. Ой, это чешуйский кот идет. Ой, что там за музей детства? Давайте фотки посмотрим. Что это будет? Это типа Алиса в стране чудес. Видишь, чешуйский кот ходит. Ой. Давайте. Может, сходим. Вот нам дали пригласительный, можно сходить. Забрали все. А так хотела. Вот туалет еще. 60 рублей. Там был 80. Так, дальше пройдем, будет бесплатно. Дальше будет 40. Так, здесь портреты. Человек думает, что он красиво рисует. И вот реализовывает себе. Шаржи. Шаржи, маржи. Вот ресторан. Жажда. Тебя снять с мужчиной? С другим. Кто расскажет нам, что это за мужчина? Может, вот этот прекрасный мужчина расскажет, что это за мужчина? Это скульптурная композиция, которая установлена в честь... Сказа, привет, театр Евгения Вахтангова. Понятно. Красавчик. Ты тоже красавчик. Ты тоже красавчик. Пойдем. Ой, мужик голый. Че, он должен быть голым, а он одежды. Этот магазин постоянно закрывается. Почему? Ну, уже даже мимо есть, что начинает закрывается уже лет 10, наверное. Бодров, да. Дебров, Бодров. Будете что-нибудь покупать? Да, я хочу себе взять кепку вот такую вот. Надо тарелочку купить. Пойдем тарелочку. Лепота-то какая, терраса. Паре где ничего, где ничего. Прибухнуть, кто желает, кто написано. Прибухни, интеллектуально. Каждый час. Нет. Прибухни, интеллектуально. Пойдем туда. А что там? Там Moscow City. О, Moscow City. Yeah. Пойдем. Пойдем, let's go.
Я тогда с вами вниз тоже поеду. Смоленский пассаж. Ой. Аттракцион. Да, давайте теперь наверх. Ну, на меня посмотри. Цени. В общем, в Медичи сейчас заказали кофе Никава, мятное шоколадное кофе. Это авторский кофе сезонный, то есть он холодный. Тут, наверное, даже видно, что он в этом. Сейчас его попробуем. Офигенно вообще. Рекомендую, вообще приходите, кто будет здесь, на Сырковой, дом 4. На самом деле это не реклама, так как мне никто за эту херню не заплатил. Ну и пофиг. Приехали в аэропорт Шереметьево встречать тещу, поставили машину на парковку и не знаем, куда теперь отсюда выходить в этот самый аэропорт. Кого-то ищете? Вчерашний день потерял. Где перелеты? Вот лифт есть. Мы решили хоть как-то сэкономить время и отправиться на первый этаж на лифте. Вы что, кого-то ждете? Жду любимую тещу. Молодец. Из Челябинска. Хорошо. Я тоже жду, только маму. Ой, здесь. Мы тебя снимаем. Да, вон мы сейчас. Мы доехали на теплоходе до станции метро Киевский вокзал. И он носит название Киевский, да? Взяли мы, в общем, экскурсию на кораблик. Берем, точнее, вот такой вот. Заказали мы по бургеру вот такой вот смешной и интересный. Я его покушал, и мне захотелось снять вот для вас, как выглядит туалет на теплоходе. Это я зашел в туалет. А вот такой туалет на теплоходе. Туалетная бумага, унитаз, в принципе, вода. И какой-то включатель. Ну, в общем, как-то так. Пролетела неделя, как один день, да? Все так. Жух.
И мы поехали обратно в Краснодар. Ура! Ура! Завтра утром будем дома. Едем мы домой. Едем мы в Краснодар. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк, поделись им с другом и подпишись на автора этого канала по-братски. Спасибо тебе, добрый человек. До новых встреч.